Всем привет, ребятки! Вы на канале Нурка и Рауль. И сегодня есть с вами Нурка, крутая Нурка. Лайки, ставьте сперва лайки. Так, сегодня я скачала 3 новых игр. Посмотрите, вот это и вот это. Я это вообще не могу пройти, вот это я не могу пройти, честно говоря. Это мы будем играть самое последнее. А очень мне понравилось вот это. Сейчас вы увидите, какая это крутая игра. Но это ничего не игра. Я бы вам сказала. Выберем разноцветный и тигр. Люди. Тигр и разноцветный. Это разноцветный, конечно. Посмотрите. Здесь красный должен быть. Но здесь нет красного. Смотрите, крючок. Ну, давайте до конца все это сделаем. А вы смотрите. Ой, а что такое происходит? Мы сами это увидели. Давайте это. Кексик. Мы там делаем крутые кексики. Разные, малиновые. И даже с палочкой. Сладостями. Это морозка. Ну пусть вам там делаем кексики, я бы вам сказала. А они хотят кексик. Мы им делаем кексик. Кексик. Делаем им кексик. Смотрите. Весь привол. Это уже есть 6-й ключ. Ходим, и так не доходим. Ребятки, я вам бы сказала, что на такие белые штучки нельзя попадать, а то проиграем. А теперь нам нужно... Мне было делать либо... Ну, это все самое липоли. Больше мне нечего снимать. Я бы сказала. Прощаться, что ли? Не, я буду прощаться. Будем играть Робокс. Люблю Робокс, особенно конкурсы. С вами я обожаю снимать конкурсы. Спать хочу, ребятки, спать. Вчера у нас такой был день. Ребятки, давайте на этот раз мы будем мальчиком. Потому что девочкам я бываю каждый день. Девочка. Все, на этот раз будем мальчиком. Если я хочу мальчик, то мальчик. Потому что я все-таки уже лисила, то мальчик. Все, у меня ответ. Лисила, что это мальчик. Не перезвони, это просто моя мамочка. Так, ребятки, мальчик, где у нас мальчик-пальчик? Это у нас мальчики-пальчики. Давайте сперва нормальные. Ну ладно, ребятки, как я девочка, поэтому я буду... Я выберу, знаете что?
Если я девочка, то я выберу девочку, потому что мальчик мой брат. Но в этой игре нет. Он раньше любил, а теперь вообще ненавидит, я бы сказала. Джинсы, джинсы. А где мы джинсы? Джинсы мы одели. А давайте кофточку мы выберем такую. Нормально, только мне не нравятся волосы. Надо выбрать ей причесочку. Здесь я больше всего люблю косички, поэтому я постоянно выбираю косички. А ничего, мне нравится. А мне нравится, ставьте лайк. Лайкосик. Коричневенький. Хорошо, эту кофту мы с вами когда-то выбирали. Или мне так кажется просто. Узкие. Думаю, что достаточно, только пойдем кофточку поменяем. А эта кофточка мне понравилась. Посмотрите, какая я красотка. Ну, платье бы я не хотела. О, посмотрите на эту девочку. Вы видели эту девочку? Эй, красивенькая. Некоторые люди вообще не успевают, я бы вам сказала. Сумочку выберем, если денег хватит. О, хватит. Фиолетовую лучше. Посмотрите, какая я красоточка. Некоторые девочки вообще не успевают. Вот, смотрите, увидели эту противную девочку? Некоторые девочки мне очень нравятся, но это больше всего. Потому что очень длинные волосы. Так уж, я бы сказала, нет. А вот нормальные волосы. Я бы сказала, сюда у нас денег не хватит. Или хватит? Не хватит. Ну что, в следующий раз выберем. Бегим, бегим, бежим, бегим, бегим, бежим. Осталось очень мало минут. Ребятки, мы все успели? Мне кажется, да. Мы все успели. Так, пойдем кофту поменяем. Пусть у нас будет на этот раз беленькая коза. Вот когда будет 10, там 9, 8, 7, 6, 5, 4, когда будет 1, я быстро сбегаю сюда. О, а как это? Я успел вообще? Козу поменять, козу поменять. Зачем я вообще? Ура, я успела поменять козу. И я... В принципе, должна выиграть. Это вообще здесь есть звука. Без звука, так без звука. Ну ничего, все равно я должна выиграть. Буду знать. Вот это я. Так. Да, мне таки не нравится. Мне нравится в платьях или в джинсах. Ждем. Сколько баллов? Ну, это и вроде бы ноль. Ноль. Такие длинные волосы. Ребятки, мне кажется, что я, по-моему, не участвую. А, я такое видела. Мне просто знать, что нравится. Мне просто нравится вы.
Так, кто там? Да. Это какой-то кофточка очень напоминает на пижаму. Он как говорить, я не понимаю. О, она там застряла, потом спрыгнула. У нее еще синий свет. Странная. Ребятки, я именно так делаю, чтобы... О, вот я! Смотрите, какая красоточка. Так что, солнце. Вам понравилось, как я нарядилась? Не забудь, как твой любимый цветок. А-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. А зачем все участницы оттуда не могут... Они сперва оттуда не могут, а потом так спрыгивают, и один шаг, а потом идут. Пожалуйста, хоть бы я первое место, пожалуйста, хоть бы я первое место, пожалуйста, хоть бы я первое место. Да ну, ребята, я не первое место. Я не люблю, когда именно было не первое место, не первое. Ого, я не знаю, мам, какое место? Мама, как всегда, ушла. Ребятки, сегодня я пораньше с вами попрощаюсь, потому что мы сегодня идем в гости, и там будем знать, что праздновать. Но грустная гора. Будем праздновать. Обязательно празднуйте, но грустная гора. Мне мама вчерашнего сказала. Сегодня у нас день такой просто. Поэтому, когда я с вами прощаюсь, мама по-любому закончит работу. И мама то время мне по-любому положит одежду. Да, мам? Моя мама такой голос. Вы по-любому слышали моего маму голос. Или не слышали. О, ребятки, бежим, девочка. Я за девочка. Но в этот раз я не выбираю джинсы. Я бы вам сказала. Я не выбираю джинсы. Но в этот раз я выбираю, значит, что... Платье тоже нет. Платье я не хочу, платье. Я бы выбрала. Я выбираю вот это. Вот это. Просто сейчас кожу поменяем, все будет как нормально. Ок, будет. Ок. Я не выбрала платье. Ну ничего, пусть будет платье. Так, какой мне цвет выбрать? Давайте красный. Не, лучше, значит, какой цвет. Лучше золотый. Лялка золотая, я бы сказала. Я беру все-таки лялки. И пойдем сейчас кожу поменяем и волосы наденем себе парик. Давайте сейчас по-любому вы не хотите косички. Тогда давайте это. Ну, плохо там. Не, все-таки косички. Все, я мои... В смысле? Все, ребятки. На этом покончено. Я обиделась. Все. Ну, все-таки, ребятки. В следующий раз не просите меня, чтобы я... Не поняла. Привет! Меня зовут Ира. Так, ребятки. О, здесь кто-то есть. О, тогда я сюда сяду. И надену коричневое.
Не, но в этот раз давайте розовые. Или красные. Фиолетовые. Да, лучше голубые. Вы все радуетесь. Я бы выбрала джинсы. Ну, как я больше всего люблю. Фу, они очень похожи на друг друга. Некоторые люди лишь точно этот с помадой такой. А давайте мы будем носить тему. Я бы еще не знала, Это полочка для девочек, если кто не знал, теперь знает. Что-то я не участвую. Ребятки, как мы сегодня поиграем все игры, это и это. Мы с вами прощаемся. Всем удачи! Всем пока-пока! И обязательно празднуйте Новый с Балерам. А я пойду приоденусь. Удачи! Пока-пока! Ставьте лайкосики. Жирные. Такие жирные лайкосики. Удачи! Пока!